Да. Короче, это все будет без срезки, там, без нарезки. Я понял, блядь. Это YouTube-шоу. Блядь, хуйня шоу. Короче, обзор на альбомы. Я не знаю, видно нас или нет, но... Музыкальный критик, блядь. Бэт Евген. А, может, такой есть. Бэт Евген. Бажен, прости. У нас сегодня что на обзоре? Да, короче, у нас сегодня на обзоре, блядь, на обзоре, мне стыдно. Рауф и Фейк. Альбом называется «Я люблю тебя». Блять. Я тоже тебя люблю. Спасибо. Ну, мы немного послушали уже. Уже четвертый трек идет, уже конец. Альбома нахуй. Закончили. А до этого была песня «Апрель», которую они «Апрель» потеряли. А в начале этой песни они сказали, что, блядь, май ушел в апрель. Блядь, они, походу, ебусы решали. Ну, давай дальше. Май ведь уходит в апрель, ведь да. Это мысль. Да я нихуя не понимаю, что они говорят. Терпишь тишиною, терпишь, смотришь солнце, терпишь и получится. Ты моя любимая. Давай дальше. Просто у нас слишком много времени. «Вечера» называется песня. Близко, диканьки. «Вечера». Простите, братья, за дебилизацию, что у вас такие люди рождаются. Талантливые. Ты чуть зигу не бросил? Слышишь, такой посаженный бас. Качество пошло. У меня сейчас хуй встанет. Ну, 20-22. Да. При хрущевке твоей жизни. При хрущевке. Бля, родители ушли в магазин. Заебали эти пидоры, блядь. Как кукурузу рубят. Ну, такой урок истории. Моя жизнь мне теперь ни по чём. Из-за чего? Электрия чисто всё от пера. Блять, электричество все отключили. Потому что они жили в хрущевке вдвоем. А до этого теплом, блядь, грели батареи. Ебать, это актуальный альбом. Пизда. Мне кажется, у кого-то не пизда есть как раз. Хрущевки мы вдвоем и тесно кофе выпить. Тесно кофе? Что? Ты слушай, блядь. Да я слушай, я хуеваю. Смысл есть тесно кофе выпить. Потому что хрущевки вдвоем и свечи тоже не церковные. Кукурузы все завалены просто, блядь. И корова на кухне стоит. На кукурузе. Початки чистят. Ну, копыта. Блядь, даже не подоешь. Сосёшь. Рауф, вы пидорасы.
с такой музыкой. Короче, заметьте, мы не оскорбляем вашу личность, мы оскорбляем ваше творчество. Ну, если вы делаете такое творчество, значит, у вас в голове проблемы какие-то. Отсылка, это, знаешь, дисклеймер. У меня сейчас сопля стоит в горле. Давай дальше. Хрущевки мы вдвоем и тесно, кофе выпитай, все, что вижу, мотылек и дым от сигарет, потусневшие цветы, в которых запах твой, ты оставила мне. Хрущевки мы вдвоем и тесно, кофе выпитай, все, что вижу, мотылек и дым. Ты с ним поставить сука! Там еще 15 песен, блядь. Я второй, блядь, второй куплет что-нибудь делал. Припев исполняет в втором куплете. Припев во втором куплете. Я написал припев, да будет вторым куплетом. А ты разбираешься, кто из них кто? Где Ралф, а где этот? Фейк. Блять, почему угасла любовь, блять? Он сжег свечи, чтобы ее согреть. А она такая, блядь, ты пидор. Она, короче, стекло выпускала. Это отсылка ко второму треку. Они там вдыхают ртом холодный воздух и выпускают теплый. Сами думайте, мы подумали о том, что все думают. О любви. Их сносят в Москве сейчас. Смотри, там еще 50 секунд. Сейчас будет такой удар, и опять будет припев. Мне кажется, дом сносили, а они забыли предупредить. Как угасла вся наша любовь. Бля, подписывайся, дрочить хочется. А трек называется... Рэп или трек? Трек называется «Где моя любимая?». Блядь, после Хрущевки она потерялась. Бля, это концептуальный альбом. Это лучше, чем «Мосты», «Апрель», «Было бы лето», «Вечера». Корова. Топ-шоу делать какое? Ты чё так выражаешь? А как? Нет. Какой топ-шоу, нахуй, ебать? Ютуб-шоу, говорю. Блядь. А, матом какой, можно? Блядь, без мата не мат. Вот я вот, видишь, я не... Короче, я, блядь, охуел. Я интернет. Я охуел от этого альбома. Я везде, я искал тебя везде. Просто короче, знаешь, трек есть... «Голубые глаза». Есть плохой полицейский, есть добрый полицейский. Вот ты хороший полицейский, ты что, на батуле играешь, все, держишь содержание, а я долбоёб.
блядь, плохой полицейский. Я же так кричу. Я с утра никого не жрал, блядь. А вот сзади нет пожрать. Ну я тоже ничего не ел, поэтому... Поэтому надо, мы, короче, видос пилим. Блядь. Давай дальше. Голубые глаза. Голубые глаза. А у меня карие. А у меня голубые. Ты можешь. Объясните мне, пожалуйста, в чем разница всех этих песен? Если кто-то посмотрит. Каждый день я чую запах. Эх, держа. Мне все-таки кажется, что у кого тоньше голос, тот рау. Я не знаю, как это связано. Я помню, как зима. Блядь, ты чё нахуй, я? Я взял твои перчатки. Ты можешь не бояться. Ты, у тебя руки не замерзнут, следующая строчка будет, я тебе отвечаю, блядь. Я взял твои перчатки, блядь. Но он хотел их для себя нацепить, но у него... Он говорит, ты можешь не бояться, они не порвутся, я их надену. Бля, почему я не слышу то, что ты слышишь? В смысле? Ну, когда он сказал то, что он наденет перчатки? Это я так думаю. А, давай посмотрим. Блядь, дурак ты. Ты тебе взял твои перчатки? Не мотай-то на хрен. Я взял твои перчатки. Ты мог. Давай дальше. Не бояться. Согрей твои руки. Ты будешь улыбаться. Поделим наше счастье. Мы можем не влюбляться. Согреем наши руки. И будем улыбаться. Охуенно разнообразный 8 строчек, блядь. Влюбляться, улыбаться, бояться. Повторяются все эти слова, 8 строчек, прошу заметить вас. Кого? У нас тут двое. Тебя как не буша. Сам не выскочил. Сейчас, да, откажи. Бля, я рыгаю лучше, чем они поют. Голубые глаза, голубые глаза, как красиво ты была. Потом ты умерла. Голубые глаза. Бля, я не могу продолжать. Это мучение, блядь. Блядь, сколько тут еще треков? Давай через один будем. Я думаю, концептуальность пропустим. Точно было. Поел. Смазливый. Нет, густые. Ты можешь не бояться. Согрею твои руки. Ты можешь улыбаться. Я бы охуел, если бы он был гением и такой. Ты можешь не бояться. Согрею твои руки, согрею твои пальцы. Я бы, блядь. О! Песня называется «Наркотики и алкоголь» и фит уже с разломом у нас, блядь, нам, блядь, «Интакто». Это с разломом кадыром. «Интакто». Которая прель потеряла слово. О, вот это мясо сейчас будет. Сейчас поедим. Сейчас, ладно, 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 сейчас. Не насрать. Ага. Мне кажется, как барбутся, как львы. Сейчас. Блять, тут идет сейчас. Изо дня в день слышу одно и то же изобилие. Сложно это сердце
может, он на азербайджанском поет. Ну, бля, так предупредил бы перед припевом. Типа, изобилие, лау, сглушен. Ты представляешь, азербайджанский, да, азербайджанский так звучит. Типа, приходит за хлеб, типа, ай, хуй, ай, ай, оказывается, магазин купил. Приходит за хлеб, говорит, шш. Мыщ. Повесится. Корочка, значит. Нет, это пиво. Это пиво. Сейчас, блядь, ЛЖ такой, и я холодный, как лимонад. И влево, 15 сантиметров. 15 сантиметров, 15 сантиметров. Да, давай дальше, я нахуй. Заебись. Детство, следующая песня, она находится в топе ВКонтакте. Да, первый топ ВКонтакте, потому что вы, долбоеб, вы это понимаете. И мы сейчас тоже это поднимаем, потому что мы делаем, чтобы хуй знает, зачем мы это делаем. Потому что мы жаркие темы. Бля, не, я переключу эту хуйню, послушайте сами потом. Да, давай дальше. Ты, в смысле, крепишь, я потом. У нас здесь никого нет. Мне интересно, мне телефон записывает. Просто друг мой. Просто мой друг. А, друг мой. Просто друг мой. Пизду, это... В пизду идет друг, который мой. Почему они одинаковые, нахуй? Потому что дебилы, блядь, я не знаю другого мнения. У него каждый трек начинает... Да, они, блядь, по смысловой нагрузке... И даже, блядь, не О, не И, блядь, у него... У меня, может, его ебут? А он крепчает? Ну, я не знаю, без объяснений. Блядь, ну... Мне кажется, есть такой рэпер в Калуге Пирло. Он за один час записал 20 треков одним дублем. Так что все возможно. Молодец! Блять, он чё там умирает, что ли? Ты не спрашиваешь, где ты? Вот. Следующий трек называется «Мама». Блять, мама святое, для вас, видимо, нет. Блять, мама, не знаю, в Китае живет? На горе монахов? Китайскую стену строила. Стена легла. А эти тексты пишет? Сука. Почему на глазах твоих? То есть она делает работу от него, а он идет и спустя деньги в компанию. Ты будешь бояться, все делаю ради тебя. Почему на глазах твоих слезы, мама? Просто дальше пишет, мама песню называет. Пойдем. А если ее нет? И нахуй он... Да, мама... Он укачивает себя, как в детстве, а?
угорю. Заставляю бояться больше. Я только хотел сказать, блядь. Не волнуйся за меня. Блядь, я волнуюсь за тебя. Все проблемы уйдут, будет снова уют. Я все делаю ради тебя. Думаю только о тебе. Скажи мне, как ты любишь меня. Охуенное название трека. Скажи мне, как ты любишь. Я люблю, когда мне сосут. Мы сегодня сделали стартап. Мы бизнесмены. Иди в сопли. Скажи мне, как ты любишь. Как по счету. Просто реклама Honor нам заплатили нихуя. Осталось 5. А было всего 12 песен. Вы прослушали, если у меня телефон не выключил. Пять минут назад я трахал суку Мерси. Да, так называется 5 минут. Вперед, не знаю, что мне делать, не знаю, что мне делать. Еще 5 минут поговорю с тобой. Не знаю, что мне делать, не знаю, что мне делать. Блять, кто это? Да включи, блять, мотив ебучий, они вот воруют просто. Блять, чем отличается эта хуйня? Чем, блять? Вот трек, блять. Сейчас. Чем это отличается? Мото? Чем отличается нахуй? Для меня чем это полный поебот. Солнце трек называется. Офигенно. Называй охота. Ага. Солнце, Грузия. А. Солнце, солнце. Азербайджанский дорн. Солнце. Смотри, начали по-другому уже. Ну я представляю, что они так танцуют. Можешь ли ты собраться, можешь ли ты остаться. Охуенно. Я огонь, ты вода, следующий трек. Это как бы. Огонь и вода! Это как это, знаешь, как в Майами. Я, блядь, я небо, ты звезда. Я небо, ты земля, ты да, пизда, да. Я волоса. Ты пизда, я волоса. Ну, твой зайчик, моя, твой зайчик, это ты пизда, я волоса на твои. Мы как бы все поняли. Это же прямо Weekend. Воду, воду, огонь и вода. Он, а он сжег свечи в Хрущевке. Она вода, так их любовь умерла, блядь! Охуенная отсылка. Отсылка, да, я думал просто он не запивать забыл.